фестивальный. Кавказская столовая. Южная ночь. Здесь вечерами и не уснешь так просто. Сочинский экстрим. Вот он, наш царь морской. Бушует Черное море. Вот он, наш концертный зал фестивальный. Концертов нет, все ограничено. Сочи 2021. Сочи сияет. Но действительно, иллюминация в этом году как никогда. Очень красиво. Кафешечка работает. Здесь народу побольше гуляет. Ну, центральная набережная города Сочи. Любимое итальянское мороженое. Наверх туда вход закрыт. Не пройти. Это аквапарк-маяк. Ну, а здесь магазинчики всех сортов. Кафешка закрыта. Кавказская столовая. Ну вот еще раз к морю подойдем. Идем назад и дальше по набережной. Ну, стоят столики еще, эти столики стоят зиму, а дальше уже там все убрано. Здесь народу еще больше. Южная ночь. Банкет проходит. Хочу манго. Кукуруза вареная, соки. Ну, здесь вот работают магазинчики, работают кафешки, работают центральная набережная. Вон. Ножки к рыбкам опускают. Вот такие балкончики наверху. Снимать там номера. С одной стороны, хорошо, вот выскочил в купальнике прямо, и ты уже в море купаешься. А с другой стороны, здесь вечерами до глубокой ночи играет музыка. И не уснешь так просто. Сказка Востока, кафе.
Большое кафе. Ароматы идут со всех сторон. Вкусно, есть охота. Центральная набережная. Манила. Прогулочные яхты. Люди катаются, конечно. Да, 4 дня назад здесь было 22 градуса тепла. Наверное, люди еще отдыхали в этих беседочках, потому что еще и купались. Вон девушка в курточке, но в море. Вот так как-то. Купается кто как может, кто как наслаждается. Интересно. Кто-то чуть ли не в шубах ходит, а кто-то прямо вот и в море лезет. Южные культуры. Здесь за столиками еще сидят люди. Как вкусно пахнет. Вот он, наш царь морской. И вон там Клад мармелад. А вот пивоварня. Деньги есть, значит, все нормально. Если ограниченный бюджет, то цены кусаются.
Бушует Черное море. По-моему, волны больше стали. Да. Тиры на каждом шагу. Теперь просмотрите анонс следующей части видео, а также ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик. До встречи! Пока-пока! Выход к Зимнему театру. Вот мы туда и пойдем сейчас. Не могу. Это сланец. И прошла. Красиво. Вон она, красавица. Не была там, не была. А внутри какие-то шары. Вот такая красота. Идем сейчас в подземный переход. Георгий Победоносец.